Вот такую замечательную картину я увидел во дворе дома. Я думаю, горела она, конечно, не здесь, потому что здесь нету следов того, что она здесь горела. Это, судя по всему, 350-й Мерседес. Вот такой вот он замечательный в салоне. Да, хлопнуло так хлопнуло. Остались только трубы. Судя по износу тормозных дисков, он был новый. Диски вот в этих местах просто расплавились. Потому что видимого удара нету. Видно, что скорее всего был взрыв. Скорее всего был какой-то взрыв. Смотрите. Вот такую машину я обнаружил.